На календаре 3 июня. 3 июня 1908 года самарские пчеловоды, садоводы и яхтсмены зарегистрировали уставы своих обществ. Последнее пользовалось у населения особой популярностью. При самарском яхт-клубе действовали каток, гимнастический зал и тир. Желающие занимались лыжами, а также санным и велосипедным спортом. Помимо этого, яхт-клуб устраивал гонки по Волге с участием гребных, парусных и моторных лодок. Обычно в такие дни ликовала вся Самара. В третий день лета в 1971 году открылось регулярное автобусное сообщение между Куйбышевым, так тогда называлась Самара, и Горьким. Сегодня это Нижний Новгород. Протяженность маршрута составляла 740 километров. Автобус следовал через города Мелеке, Сульяновск, Чебоксары. Ежегодно 3 июня отмечается довольно-таки молодой праздник – Всемирный день велосипеда. В народном календаре сегодня Оленин день. На Руси в ту пору начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот же день уделяли много внимания огурцам. Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и приговаривала: «Как густой сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». Этими многими другими интересными событиями вошел в историю 3 день июня. Замечательного вам настроения и успехов во всех начинаниях!